Всем привет! Вы слышите Алексея Хамурапи, который ведет Вавилон к процветанию, надеюсь, но пока как-то не очень получается. Свежее прохождение на уровне сложности божество Sidmer's Civilization 6 Gathering Storm с режимом героев. Правда, опять же, все трое мне не достались буквально за один ход до постройки. И три города, Вавилон, знакомимся с новой цивилизацией, воюем с Колумбией, вот это вот все. В общем, всячески получаем удовольствие от игры. Начинаю тут акведук строить. А, класс, я не могу вырубить. Хотя, подождите, почему не могу вырубить? Вон в тропических лесах же возможность рубить. А, это уже походил рабочий, это я сделал сейф, когда походил. Ладно, тогда заканчиваем ход. Я, по-моему, тут уже всеми походил в прошлый раз. Заканчиваем ход. Нет, ну нет. Долбаная Корея, иди в жопу. Ладно, мне придется мир заключать с Колумбией, значит. Ну, она, правда, приходит вон этими... дуболомами, это не страшно. Так, оборонительная тактика продвинута. Дайте тут стены и в Вавилоне тоже стены. Потому что он может и так пойти тоже. Как у них с Китаем, кстати? Ну, не знаю, так себе отношения, но тем не менее. Так. Давайте туда арбалет перетаскивать. Так, тут достраиваем рабочего. Ну, тут все равно надо вырубать. Как бы... акведук, наверное, я не буду пока строить. Но... так, 1-4, 1-4. Хотя тут что-то все равно будет расти. Давайте так лучше оставим. Так, знаете, я сюда выйду, чтобы он не мог встать на дорогу, разграбить мне эту... Все равно скаут не добавляет защиты Рапикуму. Кто мне Кахоки еще объявил? Да, ну Кахоки, хотя вот тут этот воин... это неприятненько. Так, сейчас примем олигархию как раз, норм. О, то что-то еще, мне надо мир с этим парнем заключить. А, может, ты мне побольше дашь одномоментно, потому что вход как бы... мне бы второго арбалета апнуть. 21. Ну, да. Это хорошо, что он мне, кстати, мир предложил, потому что мне реально нужен мир тут. Какую-то ГГшку захватили. Так, принимаем олигархию, естественно, потому что больше опыта юнита. Ну, первого посла мне там, по-моему, нет, тем более у меня его и нету. Строители, у меня сейчас закончился строитель, я думаю... знаете что, давайте 50% я построю нашего уникального юнита. Тут поставим производство в городах. Ну и содержание юнитов, наверное, оставим. Мне тут больше ничего другого не надо пока. Так. Стены достраиваются, тут стоим, тут идем обрабатывать, идем. Стены, один ход. Подходим, подходим. Так, мне нужны еще денежки. Так, вот вырубаем. Тут один ход. Стоим для центра коммерции. Пропускаем ход. Где мне? У кого нету лошадей? Может быть, Симон Боливар?
Мне там буквально... Буквально немножко надо. Какие мы дружочки. Слушайте, может, ошибка была с ним воевать? О, за 5. А 25 заплатишь? Не заплатит. Я ничего не выгадал. Мне надо было просто сидеть развиваться дальше. Видите, тут Корея. То есть он с Китаем воюет. И как бы забыть про них. Мне надо было на Корею как-то... Так, тут он не может дальше пройти. Насчет Кореи беспокоиться стоило. Пойду, наверное, лошадей отремонтирую. Так, тут пропускаем производство. Тут пошли в оборонительную тактику. Блин. Мне надо поменять местами Виктора и Рейну. Да, надо было сразу, как война началась. О, кайф. Как я хорошо тут стены построил вовремя. Ну, Вавилон... То есть шумеры. Шумеры как-то... Что-то как-то попутали, мне кажется, нет? А чё я не апнул? Прошлым ходом арбалет чё не апнул? Дебил. Ну, вообще коляски у него мощные, но я не уверен, что ему теперь хватит сил со стеной-то. Давайте, наверное... Тут как раз в тему будут мои вот эти уникальные юниты. Потому что они как раз против кавалерии. Так, здесь стена достраивается. Так, я могу поторговать на ртуть. По-моему, у Колумбии ртуть была. Да, и он даже мне что-нибудь заплатит за это. Отлично. Так, тут... Производство, тут рост производства, тут производство. И все равно через один ход вырастет. К рабочего давайте сюда. Нам надо лошадей починить. Вырубаем. Ставим центр коммерции. Я даже, наверное, выше еще поднимусь. Выглядит вроде как... Нормальное место. Ну, давай. А чё разъехались? Так, и тут стены. Уникальный юнит. Ну-ка посмотрим, как он будет. Да, 38 и плюс 17. Плюс 17. Ну, я им сказал, что... Но против именно шумерского юнита ничего так получается. Очень даже ничего так. Так, что ты тут сюда к моему рису подбираешься? Нехороший гражданин. Шумерский. Шумеры просто потомков своих вавилонят, видите, пытаются уничтожить. Что, конечно, некрасиво. Всегда все детям, лучшее детям, а они наоборот. Нехорошо. Убиваю этого, потому что, чтобы двойной атаки на скаута не было. Спасибо. Ну, тут, конечно, может быть кахоки или варвары какие, но никого нет. О, какой-то... Если вольный город. Это, кстати, не город-государство. Это у кого-то город отвалился. Потомак. Это что, у Кри, что ли? Потом. Или у Америки. У Америки, наверное. Прикол.
Так, а что нам тут после... стоит ли мне здесь уникальные юниты строить? Мне кажется, нет, потому что... Ну, они наоборот штраф будут иметь против этих ребят. Арбалеты 6 ходов. Блин, что-то долго. Может, строителя? Слушайте, а давайте я тут тоже как-то размещу, где мне ставить районы. Так, центр коммерции. Давайте подумаем, где у нас неплохо производственный район встанет. Он где-то вот тут должен быть. Да, центр коммерции я тут уже решил, где. Значит, если тут тогда... Не, подождите, еще можно сюда, например. Ну, тут... Тут мне меньше нравится. Вот тут, очевидно, и акведук тогда сюда надо ставить. Буду стараться вообще без кампусов сыграть. Возможно, в самом-самом конце они и понадобятся. Ну, потому что соседство от каменоломен. Так, ну давайте думать. Ну, я бы скорее строителя. Мне нужны деньги. То есть мне... Смысл нету выходить в крутые юниты, более современные, если у меня нету денег на апгрейд. Так, тут все на производство, ничего не залочено. Тут тоже все на производство. И здесь все на производство, хорошо. Разграбил лошадей, апнулся. Скаут мой, а вот и США, в общем-то. Да, но все равно тут буду... Очень хорошо, что, кстати, этот город отвалился, чтобы не было лояльности на мой... Первый город. Ну, тут я в золотой век выйду, слава богу. Так, с чего начинать? Наверное, все равно с монумента. Что-то как-то грустновато у меня постоянно с лояльностью. Так, как мы тут лучше поступим? Я могу просто вот этого долбануть, потом этого новым долбануть. Да, наверное, так и сделаем. Убивается? Убивается. Надо ли обстреливать? Нет, не надо. Отлично. Так, этот убивается арбалетом просто. Да, отличная атака, конечно, Вавилона. Просто 5 баллов. Ничего не могу сказать. Так, тут у нас апгрейдится скаут. О, уже арбалеты у Кореи. Ну, слушайте, вот если бы не Вавилон, я бы, конечно, тут напоминал одного литовского товарища. Ладно, не буду. Короче, было бы мне очень плохо тут. Очень грустно и тоскливо. Так, а что мне тут обработать? Так, он тут поломал лошадей. Давайте, наверное, этим вернемся лошадей чинить. Не, давайте вот этим вернемся. Вот так сделаем. У этого два заряда. Я бы вот сюда вырубил лес еще. И тут что-нибудь еще сделал в этом городе. Конечно, вот кампус на плюс 5, да? Так хочется поставить. Но не в этой игре, не в этой. Можно, например, будет вот здесь. Да, это лук. Вот тут можно будет, например, лесопилку сделать. Так, не знаю, пока не знаю, куда буду идти. Никуда посла не отправляю пока. Вавилон. Ну, может, еще один тогда юнит уникальный построить. Раз у нас пока карточка, как раз один ход стоит, я потом эту карточку поменяю на что-нибудь другое. И потом можно было бы монумент... Мне вот эти клетки бы присоединить, а денег нету.
Кстати, арбалетчик апгрейдится. Может, пастбище. А, блин, 8 ходов уже, да. Нифига. Ну вот поставил этих научные ГГшки. Вот смотрите. Слушай, так я так могу и не выйти на самом деле. 4 очка. Что я могу? Свои уникальные юниты, уникальное здание я построил. Что он утомительный. Ну вот встречаю хоть... А, я понимаю, почему отваливаются тут Америки. Это очевидно там где-то Элеонора. Тут это жопа, конечно. Такая у меня тут... так, значит, поменяю... Это 50 производства. Ну, вот тут появилась плюс одна железо с двумя и более специальными районами. У меня даже, по-моему, одного района пока нету. Ну, лояльность мне нету смысла стать. Могу, конечно, торговый путь. Два золота от торгового пути. А там строители. Давайте строителя, наверное. Поставлю пока. Так, значит, здесь я бы обстреливал арбалет в первую очередь. Тут спасаем скаута. Тут подходим, но я апну сначала арбалетчика. Стоит ли мне атаковать этого... Я думаю, нет, я лучше буду сосредотачиваться на патовой ситуации. Но апгрейд будет. Не, я лучше встану в защиту этого сюда, выведу. Так, этот идет ремонтировать лошадей, этот вырубать лес. Так, с этим арбалетчиком. Ну, я не хочу вот эту коляску пропускать к себе. Кстати, Корея еще два хода до мира. Я, наверное, сюда встану. Ну, 14 технологий и 17. При том, что у меня 6 науки, у нее 63. Это, конечно, весело. Так, а что я могу ускорить? Строить рудник для добычи ресурсов. Это надо в Тутуле. Тут как раз янтарь. И может со строителя начать. Как бы здесь как раз нету проблем с лояльностью. Ну, блин, и строитель 7 ходов. А вот этот город отвалится к Элеоноре и начнутся проблемы с лояльностью. Мне вот тут надо город еще где-то ставить. Хотя бы территорию исследовать. Ладно, давайте строителя. Здесь строитель заканчивается. Да, мы сейчас, кстати, должен... Между прочим, подождите. А, я ж не построил акведук, да. Я думал, где мой посол с акведука? Я еще нигде ничего не построил. Сейчас мне интересно, по идее, мне должен сразу рынок появиться в Ишнуне. Но только в Ишнуне. В остальных городах не будет такого. Так, 7 ходов и 3 очка эпохи. Может, железо у кого-нибудь выменить и сделать мечника хотя бы? Это тоже одно очко. А, ну и всадника я могу сделать еще одно очко. Так? Так, подходим сюда. Пускай он там атакует своими этими. Вот тут, конечно, китайский всадник очень мешается. Но я могу проатаковать. Все равно. Или этого лучше. Просто тут через реку, видите, у нас штраф из-за того, что через реку. Ладно, давайте я лучше этим сюда подойду. О, хотя могу атаковать. А этим я не смогу атаковать. Так, следующим ходом, по идее, можно попробовать заключать мир с корейцем.
Угу. Ну, надо арбалет убивать. Так, пойдем вырубать леса. Мне, конечно, мне бы три... Слушайте, а мне вообще-то надо три шахты, а не вот этим... Давайте я вот тут лучше вырублю тропический лес и поставлю шахту. Здесь. Тут я шахту на янтарь поставил. Мне, значит, еще одну шахту надо где-то придумывать. Давайте я все-таки так сделаю. Я понимаю, конечно, что тут вот так одним проатакую. Просто вот этот юнит мне очень не нравится. Я хочу контролировать вот эту территорию с его колясками, тем более. А там уже Колумбия помирилась с Китаем? Не, воюет. И с шумерами воюет. То есть я уговорил шумера объявить войну Колумбии. И он такой вел-вел войска через Китай в Колумбию, думает... А чё мне Колумбия? Давайте-ка я на Вавилон нападу. Интересно, вот как это так в мозгах там у этой железяки срабатывает? Ладно, я тут рабочим, пожалуй, пропущу ход. Вопрос, что мне тут строить? Ещё строителя? Пока карточка стоит... Ладно. Да, конечно. Конечно, ситуация все еще паховая. Ну, это аховая и патовая. Интересно, я и себе в Вавилоне стены не построил. Захватил бы меня шумер. Каких я хочу больше уничтожать? И, наверное, вот тех все-таки. Фига себе, сразу еще один строитель, не понял. Как-то так быстро. Так, с Кахокией все еще тоже война? Да, давайте попробуем. Что насчет мира? Готово заключить мир, отлично, это очень хорошо. Это просто чудесно, фуф. Так, с Кахокией войны больше нет, да? Ну, вообще, Корея как-то... То есть у нее, конечно, дофига юнитов, но вы видели, вся атака была, сколько там, 7 дуболомов и один арбалет пришел. Так, теперь давайте... Слушайте, я бы тогда потратил деньги на выкуп вот этой клетки и начал бы здесь коммерческий район строить. Так. Итак, да, сразу есть рынок. Отлично. Это просто здорово. Вопрос, где нам строить караван? Тут два хода. Тут два хода. Ну тогда в Ишнуне. Так. Тем более мы тут вырубаем сразу под него. Так. Здесь нам нужны... Так, тут лук. Вот здесь я могу сделать шахту, так? Ну, может тогда этого в Титуль отправить?
блин, 5 ходов будет идти. Тут быстрее. Я еще отсюда, вот этот караван я буду из Титуля отправлять. Он явно ускорит производство рабочего. Так, мне надо где-то еще шахту. Ну, то есть вот тут я не могу, потому что я тут собираюсь. Тут невозможно. Вот здесь, в столице, тогда может в столице еще строителя. Тогда тут просто вырубаем леса, готовимся к строительству производственных площадей. Лечим скаута. Апаемся. Не, лучше тут да, лучше тут постою. Опа! Памукале. Просто открыта астрология. О, герой. Беовульф. Слушайте, а мне такое ощущение, что эти герои сразу всем тогда видны. При перемещении получается сразу по холмам. Целью становится соседний вражеский юнит, боевая мощь которого меньше, чем у Беовульфа. И Беовульф незамедлительно уничтожает цель. Ну, какой-то странный. Ладно, я бы его попробовал взять. И, кстати, я заметил в конце прошлой серии, я открыл, может, вы видели эту... Увеличивается боевая мощь. Видимо, с каждой эпохой боевая мощь увеличивается. Погиб. Артур, кстати, у Америки. Да, значит, Беовульфа кто-то уже взял, и он уже тогой. Так хорошо, я могу его взять, если он погиб? Подождите, давайте глянем. Или кто взял, то все. То есть только 7 цивилизаций, да? Может, у меня в этой игре и не будет героев. Судя по тому, как шустро компьютеры их собирают. О, так у меня одно очко осталось, слушайте. Спасибо, что нашел чудо. 5 ходов, да? Я думаю, что выйдем. Если что, я куплю кого-нибудь железо и апну просто. Так, астрологию открыли. А что мы открываем тут вообще? Разработать. Ну, давайте, может, навигацию. Хотя, давайте вот мореходство. Я явно на побережье тут. Где мне вообще тут на побережье что-либо открыть? Так, титуль растет, все остальные чисто на производство стоят, да? Ой, блин, как тяжело-то. Китай тут пытается Диадун отбить. Ну, такими юнитами, конечно, нет. Конечно, нет. Артур умер, отжив свой век. Прикол. Так, тут, конечно же, против юнитов ближнего и дальнего. А странно, а у них прокачка как у рукопашных, а не у антикавалерийских. Или у них там одинаковые они? Так, ты умрешь. Дальше тут вырубаем. Вот сейчас будет интересно. Я думаю, что все-таки во втором уже районе вот это изначальное здание первое уже не будет появляться. Но мы посмотрим. Мало ли, если оно будет появляться, то это трындец какой-то. Да не, не будет. Так, что с этим дуболомом делать? Поставим сюда на всякий случай. А, подождите, а я мечников-то открыл, чтобы... Да, открыл. Могли бы и показать. Я понимаю, что кончилось перемещение, но могли бы и показать, сколько будет стоить проапгрейдить. Так, а давайте этого разведчика... О, я уже в стрелка разведчика могу. Мне надо вот эту территорию разведать.
Стоит ли мне этим арбалетом? Ну, вообще, скоро и, по идее, с Гильгамешем можно будет замириться. Один ход. Давайте-ка вот с этими ребятами со всеми дружбу заключать. Раз они так хорошо ко мне относятся. Как у них вообще с развитием? Ну, знаете, такие названия, это они могут быть и американскими тоже, тут фиг знает. А, кстати, коней умирают, они же дают. Вот Геракл, это, очевидно, у Элеоноры был. Ну, у нее тут со всеми вроде хорошие отношения. У американца с кем-то две войны идет. Да. Так, ну, наверное... Стоит тогда держать арбалет. Чего выводить? Я тут с кем, ни с кем воевать больше не собираюсь. Так, что у нас тут? Вот тут есть холмы. Но я третью шахту вот здесь сделаю. Ну, тут, кстати, тоже холмы. Даже не знаю, давайте сюда перейду и буду готовиться вырубать тут лес. 9 ходов. Наверное, выкуплю клетку. Сколько стоит? Не сейчас прямо, а в принципе 45, да. Наверное, если заключу мир с шумером, то можно будет тратить на всякое разное. Так, ну... Следующим ходом я, наверное, вряд ли открою. Так, минус довольство. Наверное, опять надо... Будь здорова. Саша, она опять чихает. Что делать? Так, давайте, наверное, строителя пока тут. Мне военные лагеря еще нужны. Ну тогда я бы здесь вот эту клетку выкупить, тоже военный лагерь построить, например. Убился от меня. Ну, я думаю, сейчас он мир спокойно заключит. Неизвестный игрок был побежден. Слушайте, какую-то цивилизацию даже вынесли. А не ГГшку. Видимо, вообще мало места было. Так, ну, похоже, мне уже не надо это ничего ставить. Я, слава богу, отбился. Готов 13 монет заплатить. Молодец. А у него два... Ну, не два города, у него, скорее всего, три города. Да, так тут у всех плотничком, конечно. Это мне еще более-менее, я смотрю. Так, рынок закончился. Да, видите, нету рынка. Центр коммерции закончился, но... Построился, но рынка нету. Очень хорошо. Тогда это, ну, терпимо еще. То есть просто в каждом районе, вот просто если первый район, то там строится здание. То есть в первом промышленном районе будет построена мастерская, но не в следующих. Так, ну, в Рапикум давайте. Просто на 3 производства ускорим. Так, тут шахта сделана. Тут вторая шахта. И тут будет третья. То есть у нас, считайте, 5 ходов до промышленных зон, так? Возвращаем юниты домой. Слушайте, пойдемте-ка этим разведчикам разведывать. И, наверное, надо отсюда идти. Я очень сомневаюсь, что тут проход будет. И в любом случае, я, скорее всего... Так, сколько у нас ходов до золотого? 3 хода. Давайте, наверное, уже Пенгалу в столицу. Хотя вообще Пенгалу бы...
Вишнуну на самом деле. Она тут... Ну, блин, Вавилон будет расти. Хотя тоже не очень. Нет, я хочу, чтобы там Рейна была, чтобы клетки быстрее добавлю. Блин, а может тогда... Ладно, надо было... Может в Тутуль какой-то, какого-то другого взять. Так, что нам в Вавилоне сейчас построить? Знаете, я бы скорее вот эту клетку купил, передал в Вавилону, чтобы коммерческий район строить. Поэтому давайте один ход там отложим. Сюда встанем, этим сюда. Интересно, кого вынесли. Я так могу и не узнать никогда на самом деле. Так, тут откладываем на один ход. Производство. Да, оборонительная тактика нам не понадобилась. Ну, пошли в феодализм. Рыцари откроем, получается. Будем что-нибудь тут менять? Содержание юнитов. Может, содержание юнитов убрать? А с другой стороны, на что? Что мне тут из того, что тут есть, надо? Ничего не надо. Что оставляем так, как есть? Пока. Ой, шумеру внезапно лошади понадобились. Вы посмотрите. Так, право прохода мне не надо. И эти я тоже не буду тебе давать. Так. Ну, почему нет? Да что вы пристали к моим очкам дипломатии? Не буду. Хотя, еще в прошлых патчах вроде как правили, что они меньше хотят эти очки дипломатии, но... Отлично. В Колумбии катастрофическое наводнение. Так, значит, теперь в Рапикуме выкупаем клетку и передаем ее Вавилону. Теперь тут вырубаем. Ставим центр коммерции. Тут тоже вырубаем. Тут тоже вырубаем. Тут обрабатываем камень. Ну и следующим ходом, по идее... Ну я буду вот эти морские открывать, которые я просто не в состоянии ускорить никак. Ну, кстати, большинство почему-то в комментах писали, что будут проблемы вот с открытием, вот где тут построить университет рядом, там, где два университета, где нужны. Я вот как раз решил, что больше проблемы будут с морскими вот этими техами, они-то все равно нужны в дальнейшем. Мне бы, кстати, в шпионов быстрее выйти. Когда вам дают первого шпиона, интересно? Вот, кстати, нет, не здесь, подождите, где... Первые шпионы. 4 колод. Наверное, все-таки где-то в социальных политиках. Да, дипломатическую службу мне надо. Сколько еще ходов? 2. 55 золота. Да, я смогу апнуть, если я у кого-то выкуплю железо. Но я думаю, мне продадут. За те же очки дипломатии, например. Ну, вообще, можно бы и лесопилку уже построить. Так, следующим ходом я открою промышленную зону, поэтому... Наверное, имеет смысл тут отложить. Имеет смысл отложить.
Да, тут куча надо, конечно, рабочих мне, чтобы все это ускорять. А, я сейчас, кстати, буду получать очки, да. Или я не получаю очки? Подождите, а что я получал? За вдохновение как раз. Ну, вот сейчас я получу очко за вдохновение. Опа, и вышел в золотой век. Мастерская, промышленная зона, рудники. Три мастерских, мы вышли в фабрике. Опа, массовое производство открыто. Вообще, давайте тут в город лучше пойдем, а этого тут будем держать. Так, скаутом. Ага, тут нету прохода. Так, Вавилон. Ну, сначала рынок. Давайте-ка глянем на промышленную зону. Плюс 2, видите? И с акведуком будет плюс 3. Кстати, вот дамбу где-то вот тут надо ставить. Ну ладно, если я сначала рынок строю. А этим пойду вырубать сюда тропический лес под промышленную зону. Так. Тут камень обработали. Ну, не так уж и много у меня веры, конечно, вход идет. Следующим ходом тут появится. И тут один заряд остался. Давайте, наверное, шахту еще одну я лучше просто вот здесь поставлю, чтобы далеко не ходить. Я ж тут могу город ставить, правильно? А, не факт, кстати. На реке я точно не могу. Блин, как все плотно тут. Какой... Как все... Не-не-не, это мне все надо. Просто отклоняем. О, тут уже религия какая-то английская. И средневековье, золотой век. Ну тут, конечно, интересный вопрос. Стоит ли мне брать вольнодумство? Бонус средства центра коммерции Гани дает науку. Мне кажется, нет. Мне кажется, стоит монументальность брать. Потому что это все равно не так будет много науки, как другим цивилизациям. 7 науки, а у других 55, 73. Не, я правильно поставил, кстати, научные цивилизации. Именно... О, слушайте, а тут он до Америки вернулась. Так, и совершенно случайно нет. Я так понимаю, что все вышли в хреновый. О, так, слава богу, тут у меня сейчас будет все зашибись пока. Так. Обрабатываем. Производственную площадь строим. Тут я рынок достроил. Но нужны. Так, я могу покупать за веру строителей и торгов. 115 поселенцев. Надо дождаться. 115 и купить тут поселенца и туда отвезти, конечно же. Поэтому... За деньги, как насчет торговца? 135. Нет, давайте тогда построим спокойно. 2 хода. И потом ставим в очередь промышленную зону. Тоже, видите, плюс 2, и с акведуком будет плюс 4. Нормальненько. Так, тут юнитами стоим. Тут янтарек обработаем. Хочется, конечно, эту еще клетку выкупить. Не, в принципе, правильно пантеон взял. Два заряда. Тут просто равняю. Этот бы я оставил для лесопилки. Вот тут, наверное, надо вырубить. А тут лесопилку поставить. Да, так и сделаем. Давайте глянем
Что за религия у Англии? Реликвии и героические реликвии утраивают получаемую веру. Ну, для меня это фигня. Для меня это фигня. Как тут в развитии? Я, кстати, впереди за счет открытия литья. Но селитры нет. Ананси умирает. Так, количество торговых путей увеличено. Ну, один я вообще строю как раз, да, ладно. Так, и мир со всеми. Мехико проложить торговый путь. Создать стрельцов и пикинеров. Создать дипломатический квартал. Ну, я не понимаю, почему вот эти юниты улучшаются до мечников, а не до пикинеров. То есть, почему-то вавилонские юниты идут с прокачками дуболомов и улучшаются по ветке рукопашных юнитов, то есть в мечников и так далее, но при этом заменяют копейщиков и как бы антикавалерийские юниты. Это как-то очень странно. Вам не кажется? Так, это тут хай сидит. Интересно. Ну вот, вот теперь Диадун, мне кажется, должен ко мне отваливаться. Хотя... Ну ладно. Пока непонятно, на самом деле, куда он отваливается. И вообще, отвалится ли он? Ну, вообще, минус 10, да, я думаю, отвалится. А вот и Паундмейкер. Может, все-таки потомок это был Паундмейкера город, Потомак? А потом... Не, такие названия это американские, скорее. Так. Всемирный конгресс. Плюс 100... Ну, давайте плюс 100... Торговый. У меня там кахокия есть. Стоимость производства и приобретения военных юнитов за валюту выбранного типа до следующего Всемирного конгресса увеличена на 100. Давайте за веру. Нет. Ну, военных юнитов. Я военные юниты не буду за веру покупать. Мне главное, чтобы за производство не увеличили. А они сейчас увеличат за производство. Я просто вот прям это вижу. Нет, снижено за производство. Отлично. И в научные... В научные. Но у меня, конечно, нету научных. Не найдено. Пока. Так, из Вавилона давайте Вышнуну тоже. Последнюю дорогу тут проведем. Так, я коплю веру, чтобы купить поселенца. Наконец-то колесо открыли. Так, акведук мне надо построить, кстати. Военный лагерь надо построить. Три разных спецрайона. Нет, тут на производство. Кстати, может до... Феодализма колясок наделать? Не, ну мне тут районы надо делать, конечно, а не юниты. А, тем более все равно рыцари не могу строить без, без этого. Без железа. Есть рынок. Давайте-ка мы тут начнем с промышленной зоны все-таки. Это важнее. А, не знаю. Караван чуть позже где-нибудь купим. Так, ну пока повеселее стало. А самая веселуха будет, когда я выйду в индустриализацию. Вот это будет вообще зеба. Так, хочешь лошадей? Я дам тебе лошадей, только давай без дипломатических очков. В
Военный кризис против... нет, давайте пока нет. Я уже один раз влез в это дело против Колумбии. Тут пришли шумер с Кореей. Кстати, а там кто-то вместе с Китаем. Гильгамеш влез и Элеонора... А, все-таки Элеонора Аквитанская где-то тут. Я думал, что сверху, потому что, блин, надо было выкупать этот камень. Ладно, тут уже больше мне никакие клетки не нужны. Получается. Так, у меня уже два посла. Ладно, пока все еще копим. Все еще копим. Так, здесь лесопилку. Ну вот, благодаря водяной мельнице, вот эти клетки еще и нормальной еды дают. То есть я могу спокойно переключаться на производственные клетки, не теряя в еде. Это, по-моему, слишком круто. Так, стоим. Как он у меня бегают караваны? Из Вавилона в Ишнуну, из Титуля в Рапикум. Ну, может, что-нибудь на... Ну, не знаю, в Мехико не хочется, а эти как-то маловато денег дают. Ну, давайте из Рапикума в Вавилон. Хотя сейчас Ишнуну начнет больше производства давать. Ладно, давайте в Ишнуну. Храм Минакши. Элеонора Аквитанская объявила войну. Тут Пингала присел. Так, когда там можно будет купить 115? Через ход. Окей. Производственная площадь. Я так понимаю, что в производственной площади... Нет, уже есть люди. Вот сволочи. Как они так быстро на божестве? Ну, слушайте, я, конечно, понимаю, что мне тяжело выиграть, но это божество с 20 цивилизациями, и когда они очень плотно ко мне все находятся. Это, мне кажется, единственный вариант. Вот представьте себе просто сетевую игру. Во-первых, близко так не будут люди, это минимум 10 клеток от вас, да? И во-вторых, то есть Вавилон надо еще найти. Я в арбалеты вышел на 30-й ход с большими проблемами с развитием. Я думаю, в сетевой игре человек может на ход 24-й выйти в арбалеты, если не раньше. Единственное, что у него денег не будет их быстро апнуть. Даже один уже арбалет, это означает, что он отобьется от любой атаки. А дальше он просто вот снесет все любое. Это какой-то мрак. Так, давайте, наверное, сахарок пойдем обработаем. А, ну вот и мастерская. Сразу, смотрю, где мастерская? Чего не могу поставить? Сразу мастерская, видите, в городе есть. Ну, значит, акведук. И за акведук нам должны дать посла. Но опять же, только за один, за первый акведук. За акведук в любой другой... в любом другом городе уже не будут давать. Так, Колизей построили. Недостаточно жилья. Монумент. Центр коммерции. Ой, кампус. Промышленная зона. Плюс один, плюс один... А, акведук я где могу поставить? Блин, ну акведук, видимо, сюда надо ставить. Ну я бы с центра коммерции начал. Ладно, я тут, наверное, вот прям сюда на эти... На болото уже не буду вырубать. Или построить рабочего. Вообще у меня стоит 30%. Ладно, давайте еще рабочего здесь.
Так, а могу я... Ну, не, вообще, мне нужны деньги на выкуп клеток. Хотя бы вот на этот сахар. Просто думал, может, мне сейчас уже купить торговца. У меня даже и денег нет на торговца. Гильгамеш объявил войну Корее. Вот это хорошо. Вот это хорошо, кстати. Правда, без понятия, как они там расположены друг относительно друга. Так. Отличненько. Тут исследуем территорию. Надо же понимать, куда город. Ну, тут мне надо город поставить. То есть у меня тогда будет такая хотя бы законченная овальная форма. Так, тут покупаем поселенца. За веру. Так, у нас два посла, так? Сейчас должен построиться акведук. Кстати, в мастерской должно стать 4 производства. Не в мастерской, то есть в промышленном районе. И должно стать 3 посла. За счет того, что построен акведук. То есть это не специализировано. Да, дали посла. И смотрим селитра. Есть она у нас или нет? Давайте смотреть. У Кореи есть. А нам селитра... Я так и знал, что вот таким образом у нас Вавилон будут. Но это опять же против компьютера. Вы же понимаете, что еще селитры. А, блин, у Америки. Да елки. Так, а что это так... А что произошло? Загорелся лес и моего маленького скаута. Мочканул. Да, ну тут, конечно, у нас проблема с постановкой города все равно. Видимо, вот сюда придется ставить. 3. Тут вообще никак. 1, 2, 3. Да, тут никак. Тут, кстати, Ватикан кто-то забирает. Сейчас феодализм дождемся, я уже поставлю первого посла, и, наверное, в Кахокию надо забрасывать. Ну, потому что коммерческие районы стоят с рынками. Это серьезный бонус к деньгам. И вот следующим ходом я вполне могу прикупить торговца. А, нет, 140. Я, кстати, могу, наверное. Жилье, довольство. Искать еще героев. Которые уже забрали, небось. Кажется, всех героев разобрали. То есть я с этим... с этим режимом только, наоборот, компьютеру помог. Ну, кампус я точно не строю. Священное место... уже бессмысленно, потому что все религии взяты. То есть только если... А я еще и театралку не открыл даже, ничего себе. А зачем я такой феодализм открываю? Это я что-то странное, зачем я феодализм открывал? Ладно, давайте амбар. Я бы хотел театралку, конечно, больше ставить. Так, тут тоже мастерская. Да, ну и, пожалуй, на этом серию закончу. Пока странно, но это, конечно, не из-за способности. Нифига себе торнадо. 2 клетки, 3 жителей убило. Нет, 3 юнитов убило, 1 жителя в городе. Причем, скорее всего, тех юнитов, которые этот самый Ватикан атаковали. Офигеть. Ну, 4-й уровень стихийных бедствий. Что поделать.
Так, фермы плюс один за две соседние фермы, плантации плюс пищу. Новые строители на два действия больше получают. И плюс еще феодализм, еще и фермы за каждые две соседние фермы, и плантации. Подождите, так и это тоже дает то же самое? Нет, тут только пастбище. Пастбище, плантации и соседние фермы. То есть пастбище и плантации стали у меня больше еды давать. Я, видите, сюда правильно ушел, потому что тут лес продолжит гореть. Надо просто стоять, ждать, когда он отгорит свое. Ватикан спас ураган. Наверное, они его назовут Камикадзе. В Тутуле Иудеи. Так, ну ладно, тем не менее, на этом закончу серию. Продолжение завтра. Спонсоры могут попытаться уже найти во вкладке сообщества продолжение. Спасибо им за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.